Уроки в гимназии номер 23 накануне 26 ноября завершились раньше. Причина в неизвестном запахе, который помешал провести учебные занятия. Учеников и педагогов еще до приезда спасателей вывели на улицу на безопасное от гимназии расстояние. Высказывались предположения, что это запах газа, но такая версия не имела под собой оснований. Учреждение не газифицировано. Прибывшие по сигналу тревоги спасатели выяснили, в чем же дело, и уже сегодня уроки идут в привычном режиме. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что причина запаха в порыве канализации в подвале здания школы. После проверки учебное заведение продолжило работу